Уникальность программы в том, что впервые создан механизм приобретения жилья под 6% годовых. Раньше о таких ставках можно было только мечтать. Программа не зависит от инфляции и дает возможность приобрести жилье значительно дешевле за счет того, что процент ниже действующих ставок ипотечных кредитов. Для того, чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в Сбербанк, открыть вклад-счет в Сбербанке и после чего предоставить в Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка копию паспорта. Оригинал и копию. Для этого достаточно. Все документы сейчас в настоящий момент в электронном виде по базе у нас подтягиваются. Поэтому никакие документы дополнительно заказывать не нужно. По условиям программы претенденты должны вносить каждый месяц минимум 3000 рублей. То есть максимальная сумма не ограничена. Максимальная сумма, на которую начисляется субсидия, это 10 тысяч рублей. То есть минимум 3000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Поэтому каждый месяц сами претенденты регулируют ту сумму, которую могут класть себе на счет. Вклады по программе народной ипотеки открыли тысячи жителей Краснодарского края. Всем им предоставлен ипотечный кредит под 6% годовых. К накоплениям из краевого бюджета выплачивается субсидия в размере 30% от ежемесячного платежа. И если для классического ипотечного кредита требовался стабильный высокий заработок, в данном случае заемщик сам решает, какую сумму вносить. На данный момент это самый выгодный вариант. Под 6% ипотеку взять больше нигде нет. Так она в два раза дороже. И с такой зарплатой вот в районе 15 тысяч невозможно, других вариантов нет. Ну, а поэтому я... Какой? Ну, я на данный момент осталась одна, поэтому могу рассчитывать только на себя. Вот в районе 15 тысяч у меня зарплата, поэтому только так. А обычную ипотеку там зарплата должна быть в районе 30 тысяч. Заработать на новую квартиру в Анапе весьма сложно. Уровень цен сопоставим разве что с Москвой. Сергей, отец двоих детей, думая об улучшении жилищных условий, изучив предложения всех анапских банков, отдал предпочтение народной ипотеке. Узнал о этой программе из официального сайта города Анапы. Прочитал, понял, что это намного выгоднее и целесообразнее, чем брать обычный ипотечный кредит. Жилье – это вопрос в том числе и демографический, от которого напрямую зависит будущее Кубани. Таких условий по ипотеке на сегодняшний день нет ни в одном регионе страны. А теперь вступить в краевую программу стало еще проще. Писать заявление обоим супругам не обязательно. При себе необходимо иметь только паспорт, и стать заемщиком можно, даже если в собственности уже есть недвижимость. Так что квартирный вопрос для многих кубанцев ребром уже не стоит. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа регион.